В поселке оживление, на побережье праздничный шалман. Народ сюда пришел без объявления, на горизонте первый караван. Шары, флажки, почти что демонстрация, вам, пацанва, сумеет объяснить, что завести успеют навигацию, с тем зиму долгую всему району жить. А контингент, измученный нарзаном, один вопрос другому задает. Не слышали, что там, по новым данным, идет без крена пьяный пароход? Все в ожидании, люди и посредства, и пирс поставленный на свайный чистокол. О, как сильны воспоминания детства, на траверзе вальяжный ледокол. Он лидер, он король свободы, какая силища, напор и стать. Такие вы Титанику обводы, Ди Каприо бы Оскар не видать. Гудок басистый самой нижней ноты,
ответ ракета с пирса вверх взвелась. Подняли флаг на мачте портофлота, и навигация формально началась. Сверкают свежей краской танковозы, бригады докеров, как часовые на посту. Уж больно короткие полярные завозы, здесь каждая минута на счету. Но нужен день, а может быть и больше, чтоб северянки закружили в уэте. Пока на рейде мелкий лед покрошит неутомимый пахарь РБТ. Генгруз в контейнерах, а где навалку? Закружит беспрерывный хоровод. Рынкай пивурс на выбор перевалку. Колонна из Уралов К-700. Пока все веселы и долог день полярный, и будет осенью еще один гудок. Этот раз другой, прощальный. На линии мы Шмидт, Владивосток. Последний борт ушел в закат.